Бойся, Сэм. Она не кусается. Рада видеть. Она голодна. Что за... Все, заснула. Она не может пить мое грудное молоко, но такая имитация позволяет унять боль. Что это? Это моя дочь, а я ее мама. Не бойся, она связана только со мной, не такая, как другие твари. Ты же видишь, да? Прибор работает? Поэтому я не могу уйти. Насчет суперячейки. Дай взрослым поговорить, пожалуйста. Спасибо. Посмотри. Это плотность хиралия на момент ее появления. Но потом почти сразу она упала до нормы. Другими словами, буря длилась меньше секунды. Это невозможно. Ладно, давай посмотрим, что зафиксировал твой браслет. Все немного безумно, но только не ты. Временные метки подтверждают твои слова. Я могу только предположить, что ты застрял между двумя хронотопами. Двумя хронотопами? В штабе сейчас разбираются. Они могут только анализировать частотный спектр. Но этого должно хватить, чтобы вычислить, куда тебя забросило. Опять хиральный всплеск. Ночью она больше плачет. Плотность хиралия растет в областях, подключенных к сети. Но куда быстрее, чем я прогнозировала. Это же плохо, так? Да. Больше связей, больше хиралия. Однако в Бриджесе предвидели такую проблему и... Поэтому я встроила в Кьюпиды специальные датчики-ограничители.
Но у тебя он, видимо, неисправен. Супер-ячейка и темпоральный феномен, возможно, как-то с этим связаны. Ты хочешь сказать, что если я продолжу расширять сеть, темпоральных феноменов станет больше? Может. Или будет новый выход смерти. Но у тебя есть решение? Конечно, у меня есть решение. Собственно, вот оно. Надо просто встроить ограничитель в этот новый кьюпид, что я собрала. Ты сказал, что придешь, и я и подготовилась. Отлично. Кризис миновал. Нет, кризис не миновал. Нужно полностью переписать программное обеспечение. Ну, перепиши. Да, я... не могу. Я отвечаю за железо. Программы писал другой человек. И где нам его найти? Ее. Ее зовут Локни. Она состояла в Бриджесе-1. За ней нужно пойти в горный узел. Ладно, мне все равно нести туда кьюпид. А, ясно. Хорошо. А, ну вот опять. Я не понимаю, что с ней творится. Она так напугана, посмотри. Может быть, ее хотят вернуть? Или же... она хочет вернуться. Нет, так дальше нельзя. Это очевидно. Расскажи, что произошло. Подошел срок. Я легла в больницу на Кесарево. И тут произошел теракт. Придавила обломками. Я могла только лежать и ждать. Это тянулось целую вечность. Но никто не пришел. Ну, хоть было чем дышать. И вода была. Не знаю, сколько дней прошло. Вода иссякла и стало холодно. Дождь перестал. Она начала плакать. Она плакала и плакала и плакала. За свое спасение. Я заплатила ее жизнью. Она меня спасла. Я слышу плач! Сюда! Идите сюда! Надо спасать человека! Ребята, надо спасать! Скорее! Копай! Копай! Скорее! Еще немного, держитесь! Мы совсем скоро... Я здесь! Я здесь!
И с тех пор мы неразлучны. Но она тварь. Она прикована к этому месту, и я тоже. Можно сказать, от бремени я не разрешилась. И ты готова терпеть? Ты же знаешь, что она умерла. Ты хочешь прожить свою жизнь в тени смерти? И это... Ты мне говоришь? Ты сам предпочел мертвых живым. Иначе что ты здесь делаешь? Я вспомнила. Дедман сказал, у возвращенцев особая кровь. Можно взять пробу? Ага, конечно. Ешь скважина. И так во сне кровь сосете. Немного холодновато. Одну секунду. Все? Спасибо. Хочу провести тест. Мама, ты... Извини, Сэм. Ты не мог бы оставить нас наедине? Ага. У меня есть дела. Сэм, выброси из головы то, что я сказала про всплески. Объединение мира гораздо важнее. Может, мы делаем всем хуже, а может, нет. Но это все, что нам осталось. Пока, Сэм. Сэм, терминал снаружи еще работает. Иди подключи его. Потом я выдам тебе новое указание. Сэм, следующая задача — подключить к сети горный узел. Эта дорога приведет тебя к пункту и распределителю к северу от города. Дальше будет непросто. Тебе нужно будет обойти горы окружным путем. Мне так и работать с этим Кьюпидом? Прошивку еще не переписали. Ничего. Если подключишь горный узел, когда Кьюпид починят, по сети пройдет обновление, которое стабилизирует связь. Вот еще одна причина прибыть туда. Но пока пользуйся тем Кьюпидом, который есть. Ага. Есть вести от Амелии? Ничего. Будем надеяться, что с ней все в порядке, и продолжим. Она этого хотела. И, Сэм, прежде чем уйти, загляни в южный распределитель озерного узла. И удачи тебе. И, кстати, Сэм, я добавила схему троса в твой ПХК. Подумала, что пригодится. Просто нужно натянуть их между двух якорей. Зачем нести груз через реку или по крутому холму, если можно просто отправить его по воздуху? Верно? Если хочешь попрактиковаться, то у меня рядом с лабораторией есть опорные точки. Веселись? Хорошая новость. Фрэджайл может и готова тебе помочь. Чтобы тебя отправила Фрэджайл, зайди в личное помещение. Я так понимаю, ближе всего южный узел. Так гораздо быстрее, чем идти пешком. Но при этом ты не сможешь взять с собой груз. Решай сам. Помни, что у тебя есть и такой вариант. Заказы в терминале. Секунду, Сэм. Нам поступил сигнал бедствия. Курьер получил травму и не сможет самостоятельно вернуться. Он должен был доставить чертеж нового прототипа автономного робота.
А это тоже большая ценность. Подробности в заказе. Обеззараживание костюма. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер Бриджес. Thank you.
Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Человека. Мы живем в глуши, однако молва до нас доходит. Все мы слышали про великого доставщика, про борца с тварями, про остановщика террористов. Эту фразу я еще подправлю. В общем, я счастлив нашей встрече. Ну, что ты нам принес? О, это невероятно. Это здорово нам поможет. Спасибо. Когда мы закончим, ты даже не узнаешь этот пункт. Ладно, теперь осталось подключиться к сети, ведь так? Частью UCA. Мы слишком долго просидели на необитаемом острове. Скорее бы подключиться к штаб-квартире. Починить все будет непросто, но я полон сил, и мне хочется поскорее взяться за работу. Не подведем нашу страну. Спасибо, Сэм, и удачи. Хотя зачем она тебе? До западного побережья рукой подать? Отлично, Сэм. Затем тебе нужно протянуть сеть к распределителю к северу от города. Сейчас самое время это сделать, ведь они прислали сигнал бедствия. Данные еще поступают, но, похоже, у них несчастный случай, и нужно оказать помощь раненым. Загляни в терминал доставки. Заказ назначен. Параметры доставки обновлены. Установлен лимит времени.
Сэм, ты активировал сенсор проникновения. Они реагируют только на тебя, не на груз. Осторожно, тебе может грозить опасность. Удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер Бриджес. Амелия! Хикс и его люди добрались до краевого узла. Теперь мне не сбежать. Все погибли, город разрушен. А руины кишат тварями. Они повсюду. Где твою кипу? Но я смогла тайком выбраться сюда. Может быть, это наш последний разговор. Просто знай, я в безопасности. Пока что.
Обещай, что продолжишь выстраивать хиральную сеть. Это наша единственная надежда. И мой шанс обрести свободу. А как закончишь, мы вместе вернемся на восток. Амелия, твое кипу, где оно? Сэм, я буду ждать тебя на берегу. Ничего не предпринять, в ближайшем будущем город затопит море смолы. Пришел заказ из горного узла. Загляни в терминал доставки. Добрый путь. И впредь так держать. Предупреждаю, Сэм. Корпус бомбы с антивеществом не предназначен для длительных перевозок. Магнитные захваты, которые сдерживают антивещество, хрупкие. Они могут не выдержать сильного удара или даже тряски при ходьбе или неосторожной езде. Если с корпусом будет что-то не то, сработает тревога. Постарайся этого не допустить. Потому что если бомба рванет, это будет катастрофа, от которой мы не оправимся. Ты должен услышать. Я узнал ее недавно, благодаря тому, что ты расширил хиральную сеть. Она связана с ББ. Я все раскопал сам, имея в виду. Не почему-то указание. И если кто-то спросит, вали все на меня. Не хочу, чтобы у тебя были неприятности. Ты просто слушал мою болтовню, ясно? В общем, похоже, Бриджес был не первый, кто занялся ББ. Первыми были сепаратисты. Террористы, боровшиеся с расширением UCA. Они начали применять их примерно 3 года назад. Примерно в то время, когда Бриджес 1 собирался отправиться назад. Похоже, у сепаратистов тоже были проблемы с тварями.
И они решили, что им удастся натравить их на нас, если они смогут их отслеживать. Когда об этом узнал Принцесс, было принято решение вышибать клин клином, использовать ББ в качестве контрмеры. Возможно, что твой был создан именно для этой цели. И судя по тому, что послужной список ББ-28 исчез, кто-то пытался это скрыть. Мне всегда казалось странным, что мы используем технологию, которую практически не понимаем. И теперь мы знаем почему. Мы с самого начала копировали чужие методы. И еще кое-что. Насчет первых экспериментов с ББ. Насколько мне удалось понять, они, похоже, начались примерно в одно время с выходом смерти. Их проводили на острове Манхэттен, у восточного побережья, который, судя по всему, был полностью уничтожен в ходе выплеска пустоты. Тогда эти эксперименты проводились при поддержке и с одобрения американского правительства. Я предполагаю, что программа «Bridge Baby» была задумана, чтобы попытаться лучше разобраться в природе выхода смерти. Однако из-за проблем, связанных с этикой и безопасностью, общественность была резко против этого проекта. И все же работа была продолжена, и они, отчаянно пытаясь разобраться в величайшей катастрофе нашего времени, вызвали еще одну. Нужно также сказать, что при взрыве погиб и сам президент. Именно после его смерти, когда его сменила вице-президент Стрэнд, она своим указом приостановила эти эксперименты. Документы были уничтожены, центры закрыты, и все сделали вид, что никаких ББ вообще не существовало. Но возникает вопрос, как сепаратисты сумели восстановить эту технологию десятки лет спустя? Я сообщу тебе, если найду что-то интересное.
груз доставлен. Вы что такое творите, Бриджес? Сети, которую вы создаете, полно всякой дряни. Мерзости, от которых хочется держаться подальше. Я думала, что вы это уже поняли. Нам не нужна ни ваша хиральная сеть, ни UCA. Этот голос. Мама, это ты? А, мама, ты головой ударилась? Я не ваша мать, а ваша вообще не мать. Ладно, мама, перестань. Кажется, вы не слышали меня, мистер. Горный узел говорит, чтобы вы проваливали к черту вместе с Юзеей. Если вы не прекратите это, то просто устроите нам новый выход смерти. Мы вас не приглашали, и ваши советы нам не нужны. Мы сами все решим, спасибо большое. От вас нам нужна только доставка грузов иногда. Ничего больше. Ты говоришь от лица города? Да. Я тут главная. Меня зовут Локни. Локни? Подожди, я хочу поговорить. Ты же техник, так? Слушайте, валите и не возвращайтесь. Да послушай ты, мне нужна помощь. Бриджес, вы нам не нужны. Вы только все портите. Извини, что все так вышло. Там она босс и не боится устанавливать свои правила. Она нужна нам, и ее люди тоже. Мы и так потеряли слишком многих. Без горного узла мы не сможем завершить строительство хиральной сети. И что теперь? Дело вот в чем. Сэм, Локни, сестра-близнец мамы. Она из Бриджес-1, ушла потом на запад. Вторая группа совсем как мама. Мама, конечно, не настоящее имя. Ее зовут Малинген. У обеих дум способности и обе гениальны. Главная специализация мамы – прикладная физика, у Локни – теоретическая. Мама создала железо Кьюпида, Локни – программы. Они говорили, что могут общаться на расстоянии, что между ними особая связь. Не знаю, как это возможно, но скажу тебе так. Без них не было бы никакой сети. Они были так близки, что говорили, будто это один человек в двух телах. Может, именно поэтому они сумели создать Кьюпид. Но после инцидента с Малинген они поссорились. Локни ушла из Бриджеса и порвала с нами. Подробностей не знаю. Но если мы не вернем Локни, наши планы по объединению Америки рухнут. Нет, я не прошу тебя совать нос в их личные дела. Но если это сделать, это помогло бы нам привлечь Локни. Ведь если мы не вернем Локни, все наши планы по объединению Америки рухнут. А пока что, если у тебя есть интересные идеи, можешь их опробовать. Сканирую. Счастливого пути. Оружие разрешено. Thank you.
Ты знаешь, что делать, Сэм. Сэм, если найдешь карты памяти, непременно сдай их с помощью ближайшего терминала. Кто знает, какие редкие и ценные данные в них содержатся. Твой вклад непременно кого-то очень сильно порадует. Готов к прыжку? Так, перенести ты можешь только себя. Ну, и какие-нибудь мелочи, которые для тебя очень важны. Ладно, закрой глаза. Представь себе цель. Держи ее в голове. Гран-Крю. Как вырастешь, дам тебе попробовать. Тост за Лизу. И за тебя. Сойдет. Привет. Молодец, что зашел. Вот, посмотри.
Это твой новый браслет. Теперь это не просто терминал, но еще и оружие. После прошлого соединения я полностью его переделала. Оружие, говоришь? Ну да. Резаки. Сейчас объясню. Все твари соединены с той стороной через свою пуповину, так? И когда перенесенная по ней материя из нашего мира входит в контакт с их антиматерией... Бум! Выплеск. Но... Как и предполагал Дедмен, у твоей крови есть особые свойства. Ею можно перерезать пуповину. Вот это я и добавила. Перережешь пуповину, и тварь вернется в свой мир. Нет твари, нет выплеска. Победа. То есть их можно подрезать? Если сумеешь незаметно к ним подобраться, да. Супернаручники и резаки. Да. Давай их опробуем. Обрежь нить между нами. Она уснула. Я ее накормила досыта. Давай. Прошу, Сэм. Освободи нас. Она была чужая в этом мире, но... Все равно я не хотела ее отпускать. Хотя она уже потеряна. Понимаешь... Она не совсем моя дочь. То есть про теракт и так далее ты наврала? Нет. Это была правда. У меня не вызревают яйцеклетки, а у Локни больная матка. Короче говоря, мы обе не можем иметь детей. И я с этим свыклась, то есть... Думала, кому нужны эти дети... Но сестра считала иначе. Она хотела ребенка, передать свои гены. Она влюбилась в сотрудника Бриджеса, но он погиб, несчастный случай. Конечно, она была потрясена. Я тоже. В то время я могла чувствовать ее сильные эмоции, а она мои. Когда я поняла, что жить она больше... Не хочет. Я сказала ей, родим ребенка. Мы оплодотворили яйцеклетку Локни его замороженной спермой. А я ее выносила. Во мне рос здоровый ребенок. А потом случился теракт. И связь оборвалась. Я хотела сказать ей. Но со мной была дочь. Я не могла ее просто бросить. Я не права. Нужно ей сказать. Иногда надо рвать старые связи, иначе не завести новые. Если мы хотим объединить мир, сперва я должна вернуть себе сестру. Прошу, Сэм. Режь.
прощай. Ладно, Сэм. Пора домой, Клокни. Сэм. Застегнешь меня? Я давно уже не была снаружи. Слишком много впечатлений сразу. Ты уверена? Я думал, у тебя развилась клаустрофобия после того случая. Переживу. Главное, чтобы я могла выглядывать. Тепло света. Касание ветра. Аромат мира. Везет тебе. Между вами осталась связь. Ладно, Сэм. Давай. Приготовил для тебя классный сюрприз. А у тебя, как я погляжу, руки заняты. Ну и ладно. Всегда можно чуток изменить правила. Приготовься. Сейчас. А он голоден. От тебя требуется лишь одно – не угодить ему в пасть. Хорошая игра! Еще какая!
Держись, Сэм. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Все. Оружие разрешено. У тебя все получится. Держись, Сэм. Больницу, в которой я была, разрушил мост. У меня до сих пор кошмары. Я все еще слышу треск, и потом как все рушится. С тех пор я до смерти боюсь мостов. И да, я знаю, как это звучит в связи с нашим работодателем. Темноты я тоже боюсь. Больше не сплю. Не могу. Не сдавайся. Я Сэм! Здесь никого нет.
Здоров! Здоров! Эй! Сэм, ты помнишь, как родился? Лично я помню, как была в утробе. Я была не одна. Я слышала, как бьется сердце матери. И лопнет тоже. Мы были сиамскими близнецами. Единым целым еще до рождения. Но потом нас попытались разделить. Операция прошла успешно. Но мы остались едины. Мы слышали мысли друг друга без слов. Моя радость была ее радостью. Ее боль моей болью. И расстояние между нами не имело значения. Кто-то назовет это телепатией. Разделенные телесно, единые духом. У нас был собственный берег. Наш общий берег. Можно сказать, личная хиральная сеть. С помощью кьюпидов мы построим сеть, которая даст всем то, что есть у меня и лопнет. А я видела все это перед тем, как пришла в Бриджес. Сеть, которая объединит всех, какими бы разными они ни были, которая сделает нас единым целым. Она не для того, чтобы управлять людьми. А для того, чтобы объединить их. Чтобы они могли делиться всем. Я знала, что она изменит мир. Все изменит. Впервые в моей жизни Лохни не была со мной. Но теперь я не одна. Я снова чувствую ее. Она рядом. Спасибо, Сэм. Я снова едина. Мы вместе, сестра. Вместе. Прости его.
удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер, Бриджес. Обеззараживание костюма. Рекомендован отдых. Эй, ты как? Малинген, нет. Прости. Прости меня. Я так тебя люблю. Я так тебя люблю. Как я рада снова тебя услышать. Надо было сразу тебе рассказать. Я пыталась ее спасти, но не... Можешь ничего не говорить. Локни, почини его, Кьюпид. Я не смогла спасти нашу дочь, но ты сможешь спасти наш мир. Только ты. Я люблю тебя. Слышишь? И буду любить. Всегда. А теперь сделай мир одним целым. Ладно? Как мы с тобой. Она через такое прошла. Я не представляла. Я думала, она нарочно порвала связь между нами. Забрала нашу дочь и сбежала. Я починила Кьюпид, как она просила. Теперь лимитер должен работать как положено. Но есть один момент. Прежде чем приступить, я пристально изучила программный код. Его явно кто-то подправил. Либо меня уже память начала подводить. Кто-то переписал твой код? Ну, не целиком переписал. Скажем так, это была не моя последняя версия. Но ведь из-за этого мы с Малинген наконец снова встретились. Может, виновных далеко искать не надо? Она умерла под завалом, неся в себе наше дитя. Ее Ка перешла на ту сторону, но Ха осталась, привязанная к нашей дочери. Она, конечно, все это знала. Вот и не застегнула один браслет, чтобы мы не видели ее показатели. Жаль, что она не могла применить любимое изобретение. Она пошла на это, чтобы защитить меня и нашу дочь.
Сестра, я тебя слышу. Мы снова вместе. Едины. Как до этого в утробе. Помнишь? Малингин. Локни. Солдат. У нас был звук, который сам по себе не дает полной картины, но языки, названия и термины, которые мы сумели понять, боеприпасы, которые мы опознали, все указывает на то, что ты был на поле боя, который шел более 100 лет назад, во время Первой мировой. Это был не сон и не галлюцинация. Возможно, тебя унесло в другое измерение или еще куда. Не со стыковки времени, возможно, ты попал на берег. Точно сказать невозможно. Правда, я никогда не слышал, чтобы берег превращался в поле боя. Но берегам задают форму воли людей, которые их населяют. Возможно, у Хартмана есть лучшее объяснение. Берега — его конек. К сожалению, он все еще за пределами хиральной сети. В общем, отдыхай. Что толку думать над вопросами, на которые пока нет ответов?